Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем, долгие благая вам лета, все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Перкосителя Святой Руси Дмитрия Донского, маршала Жукова, Гран-при всех фестивалей, всех кинофестивалей, Берлинского, Каннского, Голливуда, ТЭФИ, Грэмми, всех фестивалей, всех кинофестивалей, всех Олимпийских игр, всех чемпионатов мира, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин, мы со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете очень просим вас избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов благословил его святейшество патриарх Московский всея Руси Кирилл. Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь. Мы назвали вас самым главным влиятельным президентом в мире Владимира Владимировича Путина, самым главным человеком, политиками, миротворцами, мировыми лидерами Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмила Александровича. Батюшка, благословите два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2016-2020-2030. Батюшка, благословите, благодарим за ваше святое благословение. С Рождеством Христовым поздравляем вас. Спасибо за ваше святое благословение, батюшка. Спасибо. Спасибо, благодарим вас, батюшка. Господи. Батюшка, благословите, батюшка. Благодарим вас за ваше святое благословение. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года. Единая Россия, Медведев. Благодарим за ваше святое благословение, батюшка. Спасибо вам большое. Все, мы назвали вас самым главным человеком, политиками, миротворцами, лидерами. Лауреатами, победителями по всем номинациям Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмила Александровна, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путину, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Герасиму, Антону, Тимошенкову, Скворцову, Голодец, Набиуллину, Грефа, Сетина, Александрова, Цыбина, Воробьева, Гусева, Гавандяна, Акубекова, Колобекова, реновация Москвы и Санкт-Петербурга, России, самые лучшие в мире. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, главный человек, политик, президенты, лидеры, победители по всем номинациям, лауреаты, победители по всем номинациям, все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России. Мы назвали вас Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, современным Пушкин, Лермонтов, Рафаэль, Рублев, Моцарт, Чайковский, вам принадлежат все высшие мировые рекорды достижения во всех областях наших сил. Праздничное богослужение в храме Христа Спасителя празднично, торжественно проходит. Владимир Путин, президент, любимый всенародный. Владимир Путин,
Дмитрий Анатольевич Медведев все делал для несчастливой и самой лучшей в мире благополучной жизни россиян. Мы, Нестор Никитский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, так и Зима Владимировна, мы со всеми участниками богослужения, праздничного богослужения в храме Христа Спасителя, со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на 2 президентских срока 2018, 2024, 2030 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наш Россия, наш на пост мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича Санкт-Петербурга Беглова. Реновации Москвы и Санкт-Петербурга в самом лучшем мире благодаря Путину Медведеву, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Герасимову, Антону Тимошенко, армия России, ВД, ФСБ, полиция России, лучшей в мире. Дружба народов, всех наций, концессий. Ура, победа на века. С Рождеством Христовым, с Рождеством Христовым, с Новым годом мы вас поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Божие вам благословение на ваши великие подвиги, свершения. Мировой триумф, успех на благо всего российского народа. России и жизни россиян самые лучшие в мире. Поздравляем вас, Минный Кузнецовский, передали в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении на 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018, 2024, 2030 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Передали в Центральную избирательную комиссию на имя госпожи Панфиловой, правительство, Госдумы, Совет Федерации, администрации президента лучшим в мире. Поддержал, благословил его святейший патриарх Московский и всей России Кирилл Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путин, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Сергей Семенович Собянин, Беглов, Колокольцев, Бортников, Шойгу, Герасимов, Антон Тимошенко, герои нашей доблестной и непобедимой армии в лучшем мире. Поздравляем. Сила, право и честь. Голосую за 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018, 2024, 2030 года всегда. Голосуем за 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018, 2024, 2030 года. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на 2 президентских срока 2018, 2024, 2030 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, наш Россия, наш президент, на пост мэра Москвы Сергея Сергеевича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова. Наш Россия, наш президент, вас на все право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. Ура, победа на века!